Всем привет! Сегодня расскажу вам о таком проекте, как Token. Token – blockchain-based social platform powered by people. Социальная платформа на основе блокчейн, работающая от людей. Token – рекламная платформа для социальных сетей, ориентированная на вашу конфиденциальность и безопасность. На сайте нам представлена белая книга. Она состоит из 17 страниц, имеется содержание. Это подробный доклад о проекте. Здесь рассказывается, как работает данная платформа, ее идеи и цели. Вы можете подробно ознакомиться с докладом по ссылке в описании. Что такое токен? Токен – небольшой шаг на пути к большой миссии, чтобы предоставить пользователям конфиденциальность и свободный от рекламы социальный опыт. Кроме того, пользователи получают криптографию каждый день, используя новую экосистему, основанную на действии. Что уникально в токен, так это то, что он не хранит никаких пользовательских данных, он не отслеживает вас и не следит за вами везде с объявлениями. Почему токен? Когда каждая крупная социальная платформа злоупотребляет пользовательскими данными в злых целях, актуальность платформы, которая не хранит данные пользователя, увеличивается с каждым днем. В то же время мы хотим охватить массу криптографий, потому что мы считаем, что это платежная система будущего. Поэтому вместо того, чтобы использовать пользователей, которые вносят вклад в нашу социальную платформу, мы вознаграждаем их криптографией. Технологии. Построены с использованием лучших как традиционных, так и сетевых технологий 3.0, токен будет очень удобным для пользователей. В то же время технология блокировки используется для децентрализованных данных пользователей. Таким образом, никакие пользовательские данные не будут храниться на нашей платформе или серверах, чтобы предотвратить любое неправильное использование или использование личных данных людей. Период времени. Сбор средств для разработки проекта начинается с предпродажной продажи в первую неделю сентября 2018 года. Разработка платформы уже идет полным ходом. В следующем году мы планируем запустить первую версию платформы, а к 2019 году полностью функциональную бета-версию. Наше видение. Миллиарды людей во всем мире не имеют никаких криптовых монет и не знают, как и где их получить. Токен собирается изменить это. Вот почему мы собираемся использовать эту платформу для установки криптографии в руках наших участников. Крипто для людей. Мы хотим помочь преодолеть разрыв между криптоимущими и неимущими. Члены получают криптографию для своей деятельности на платформе каждый день. Отзывчивый и совместимый. Токен предназначен для кроссплатформенной совместимости и мобильных устройств. Они идеально подходят с разных браузеров на вашем телефоне, планшете или на рабочем компьютере. Конфиденциальность по умолчанию. Ваши личные данные остаются конфиденциальными. Мы не храним никаких пользовательских данных на наших серверах или на любых серверах. Мы используем технологию блокчейн для децентрализации пользовательских данных. Поддержка и обучение. Не знаком с крипто? Не беспокойся, мы поможем членам весь процесс обмена, приобретения, отправки и снятия своих токенов. Попрощайтесь с рекламой и трекерами. Токен – это бесплатная платформа для рекламы на 100%. Вы никогда не будете прерваны никакими объявлениями и будете перенацелены рекламодателями после посещения нашей платформы. Децентрализованное будущее. По мере развития технологии блокчейн мы перейдем к более децентрализованной инфраструктуре, используя блокировку для защиты пользовательских сообщений. В медиа о них пишут. Сроки реализации проекта. Начало проекта мы видим в сентябре 2017 года, на сегодняшний день и дальнейшие планы проекта. Их команда нам представлена. Распределение токенов и краудсейл показано в процентном соотношении. Также можно с ними связаться, оставив свои контактные данные. Их сообщество есть во многих социальных сетях. Посмотрим их аккаунт в Фейсбуке. Здесь у них более 100 подписчиков. Актуальные публикации. Они часто обновляют новостную ленту. Также посмотрим профиль в Твиттере.
Здесь у них 106 читателей, также актуальные публикации. Видно, что они следят за своими социальными сетями. В целом, я считаю этот проект интересный, перспективный. Советую вам обратить на него внимание. Все ссылки оставлю в описании. На этом у меня все. Всем спасибо. Пока.